На зв'язку зараз Юрій Голик, координатор національної програми «Велике будівництво». Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаю. Так. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, через те, що ми зараз в Мощині, тут на Київщині, і через те, що ми бачимо понівечені будівлі, і розуміємо, що конкретно зараз для цього села стоїть гостро проблема внутрішніх переселенців. Ці люди колись переїхали. В Офісі президента розроблено план щодо забезпечення вимушених переселенців житлом. Ви можете сказати деякі деталі цього плану, тому що велике будівництво – це якраз парафія Офісу президента? Конечно, будет построено огромное количество тысяч квадратных метров жилья, где будут находиться временные переселенцы до того момента, пока не закончится война, и они не смогут вернуться в свое жилье, которое будет отдельно восстановлено. Грубо говоря, восстановление жилья состоит из двух этапов. Первое – это то, которое будет построено сейчас, еще в процессе войны, в тех регионах, где это можно сделать бесполезно. А второй этап – это там, когда будет восстанавливаться разрушенное жилье в тех городах, откуда люди уехали. Зрозуміло, да. Скажіть зараз, як далі розвертатиметься велике будівництво? Адже, зрозуміло, ті кошти і ті плани, які закладені на цей рік, повністю змінила війна. Тобто програма зараз, вона заморожена? Чи кошти, які спрямовані на неї, вони зараз будуть безпосередньо спрямовані і на це житло для внутрішньопереміщених осіб? Все деньги, которые были запланированы для программы «Великое будовництво» на этот год, они с началом войны с Россией были перемещены на другие статьи расходов. В первую очередь это на военные потребности Министерства обороны. Это понятно, потому что война – это самое главное. Мы должны восстановить свою территориальную целостность и победить в войне за независимость и свободу нашей страны. Есть отдельные программы аварийного восстановления пострадавших районов, ну, допустим, Чернигов, либо Харьков, суммы, те, которые были освобождены распоряжениями Кабинета министров, им выделяется определенное количество денег. Для там, Черниговской области это порядка 200 миллионов, для Сумской 200, для Киевской 400 миллионов. И на эти деньги проводятся первоочередные восстановительные аварийные работы. Те дома, которые не полностью разрушены, там вставляются стекла, ремонтируют крыши, проводится электричество, проводится вода, газ и так далее, для того, чтобы люди могли жить там, где это возможно. А параллельно сейчас идет работа над проектированием новой программы восстановления Украины, где вся разрушенная инфраструктура будет восстановлена. Каждый день протоколируется каждое разрушение, каждый метр квадратной инфраструктуры, дорог, школ, садиков, стадионов, парков, театров, бассейнов там и так далее. И после окончания войны, конечно же, это восстановлено. Пане Юрію, зараз я би хотів до такого побутового рівня звести нашу розмову, тому що ці розмови ведуться або ж на кухнях, або ж в соцмережах найчастіше, і вони зводяться до основного. А чи варто зараз робити капітальне будівництво? От, наприклад, як житло у напрямку Буча, Ірпінь, що стосується житла для мешканців зруйнованих будинків, там вже проанонсували декілька тисяч квадратних метрів житла збудованого. Так от, люди в соцмережах, вони говорять, а навіщо зараз це будувати, якщо це все може бути зруйновано в будь-який момент? Ваші аргументи таким скептикам хотелось бы почути. Смотрите, самое ценное, что есть в любом государстве, это люди, это его граждане. Это граждане, которые имеют паспорт этой страны, в данном случае нашей с вами страны, Украины. И основная функция государства – сделать так, чтобы люди развивались в комфортных условиях. Если вы посмотрите на те временные условия пребывания, где сейчас пребывают переселенцы, с той же там Донецкой области или из Бучи, с Ирпеня, это условия, в которых люди должны находиться и жить. Понятно, что это все было в аварийных темпах. Это делалось, когда наступала армия оккупанта. Сейчас люди возвращаются, и, конечно, жилье нужно восстанавливать. Кроме того, было уже проанонсировано и Минрегионразвитием, и Офисом президента о том, что требования к строительству жилья будут несколько другие. Начиная от обязательного наличия убежищ и с другими различными мерами по безопасности. Дякуємо вам. Дякуємо. Юрій Голик, координатор національної програми «Велике будівництво», був з нами на зв'язку.